26 октября на сцене Дома культуры имени Кирова прошел фестиваль КВН. В игре приняли участие 11 команд из Копейска, Челябинска, Красноармейского района Кыштыма. Дебютировали в этом сезоне и команды из Политехнического колледжа, филиала Челябинского техникума текстильной и легкой промышленности, а также Копейского детского дома. Весь сезон организаторы посвятили временам года. Все команды прошли в четвертьфинал, который состоится уже в декабре.